Господи, я видел, в руке у нее большой здоровенный серп. А я тебе что говорил? Говорил же! О боже, какая она стрёмная все-таки. Пойдем. О боже, о нет, она, кажется, нас опять заметила. Да господи! Офигеть, жесть, не хотел бы я ее встретить. Надо показать папе. Папа, ты слышал что-нибудь про сербскую леди? Сербскую леди? Да вроде не слышал ничего такого. А кто это? Короче, это женщина, которая танцует ночью. Если ты ей помешаешь, она побежит за тобой с ножом. На вот, лучше посмотри, это крипово. Ну и что тут у тебя крипово? Не, Тима, по-моему, это какой-то бред. Ой, да, ну ты меня повеселил. И ты реально в это поверил? А что смешного? Уже много блогеров про нее видео сняли. А, блогеров? Ну тогда понятно. То есть ты хочешь сказать, что ее не существует? Ну конечно же, это все постанова. Она называется «Сербская леди», а мы что, с тобой в Сербии живем? Ну хорошо. Что ты скажешь про это видео? Оно снято у нас в городе. Полицейские нашли телефон на улице, а того, кто это снимал, до сих пор не нашли. Его даже объявили в розыск. Ну не знаю, может кто-то так пытается хайпануть. Ага, привлекая внимание полиции. Ну блогеры сейчас разные, отшибленные всякие попадаются. Хорошо, если это фейк, ты можешь это доказать? Доказать фейк? И каким же образом? Как стемнеет, мы поедем на машине и поищем ее. И если мы ее не найдем, я с тобой соглашусь. Вот мне делать нечего, бензин еще тратить. Но ты же хочешь победить в нашем споре? Ладно, уговорил. И куда нам ехать? Ну, телефон нашли в этом районе. Заводской? Кто бы сомневался. Гаражи, железка, заброшенная фабрика, бомжи. Самый высокий уровень преступности. На что ты меня вообще подписываешь? Ну а где еще могла появиться эта маньячка с ножом? Ладно, как стемнеет, выдвигаемся. Итак, сейчас у нас уже 9 с лишним часов вечера. Мы с Тимой приехали в тот район, где был найден телефон, на котором была сербская леди. И сейчас понаблюдаем, что здесь происходит. Будет ли что-то происходить. В общем, пока сидим и ждем. А для тех, кто не знает, кто такая сербская леди, я нашел несколько сообщений от подписчиков наших. И могу сейчас вам прочитать. Сербская леди впервые появилась в сербской литературе в конце 19 века. Ее описывают как женщину, которая танцует на улице в ночное время с ножом в руке. В легендах говорится, что она была красивой и гордой женщиной, которая была вынуждена бороться за свою свободу. Существуют различные версии истории сербской леди. Одна из них гласит, что она была женой сербского воина, который погиб в битве с турками. Так, еще один подписчик пишет нам, что когда-то давно жила 13-летняя девочка с мамой. Девочку звали Сирена. И однажды она отпросилась у мамы на дискотеку с друзьями. Мама не пустила, накричала и заперла ее в комнате. Через неделю после этого она снова захотела на дискотеку, но мама снова ее не пустила. В третий раз девочка уже не захотела отпрашиваться у мамы и пошла сама. Она вернулась поздно вечером, но мама не спала. Она накричала на нее и опять заперла в комнате. Комната была маленькая и тесная.
Сирена сбежала из дома через окно. Она выросла, и теперь она танцует на улицах в черном платье и платке. И если ты увидишь ее, беги. Если ты скажешь ей хоть что-нибудь, она остановится, обернется и побежит за тобой с ножом. Одна женщина не выдержала. Она накричала на сербскую леди. И больше эту женщину никто никогда не видел. А знаешь, почему она бежит за тобой? Стоит ее окликнуть. Она думает, что человек, который ее окликнул, это ее злая мама. В общем, не знаю, Тима, как ты в это во все поверил, но какие-то бредовые истории. Сербская леди, не знаю, сербская девочка, какие-то дискотеки. В общем, ладно, сидим дальше, ждем. Пока что везде тишина, темнота, никого нет, никто не танцует. Если что, дальше поедем на железную дорогу. В общем, мы уже прождали 1.5 часа здесь, на этой улице. Так никто и не появился, поэтому едем дальше, а именно на железную дорогу. Короче, мы приехали на 2-е место, это железная дорога. И теперь попробуем поискать сербскую леди здесь. Появится она или нет, неизвестно. В общем, пока посидим в машине и понаблюдаем. Чё-то, Тима, я пока не вижу никакой сербской леди. Поэтому это, скорее всего, фейк. Давай еще понаблюдаем. Ты думаешь, она появится? Да. Может, она на станции появится? Или перед нами прямо? Прямо перед нами. Короче, тут темно. И страшно уже. Людей вообще нет. Сербская леди, приди. Сербская леди, приди. Может, ее надо вызывать как-то? Заработал семафор. Значит, скоро поедет поезд. Там уже едет поезд. А сербской леди все по-прежнему нету. Уже 2 поезда проехало. А ее так и нет. Вот там 3-й едет. Вот 1-й поезд проезжает. Еще 1 поезд. Может, на нем приедет сербская леди? Так, ладно, сидим дальше и ждем. Короче, Тима, мне уже надоело просто так сидеть. Предлагаю пойти и посмотреть. Выйти, наконец, прогуляться из машины. Так что выдвигаемся. Хорошо. Тима изображает сербскую леди. Короче, вот, ребята, мы вышли на железную дорогу. Никаких сербских леди я тут не вижу, поэтому Тима проиграл наш спор. Нет, давай еще раз попробуем. Чу? Давай еще раз попробуем. Ну, смотри, может, никого же нету. Может, и заберемся сюда на перрон. Давайте заберемся. Так, мы пришли с Тимой на перрон. На перроне тоже никого нет. Только что тут проехал поезд. И на этом все. Вот там луна есть. Тима уже перешел на другую сторону. И что-то там пытается. Господи, как же тут холодно. Ну чё, как дела? Да, пора Тима признавать, что ее не существует. Ну, какой-то первый человек здесь прошел.
единственный человек за все эти 3 часа. Тима представил, что он паровозик. Это 2 страшных глаза в темноте. Ладно, шутка, это фонари светят, вот они. О, крепота. Короче, уже почти 12 ночи. Здесь очень холодно. А сербская леди никакая не появилась. Так что все эти ваши видео на YouTube — это полная фигня. Да, Тима? Ты подтверждаешь это? А нет. Может, еще подождем? Тима никак не хочет в это поверить и предлагает еще кого-то подождать. Ну, Тима, где твоя сербская леди? Не знаю. Кажется, ты продул. Погоди, стой, а это что там такое? Не знаю, ребята, видно вам на остановке, там что-нибудь не видно? Это бабушка обычная. Бабушка обычная? Да. А ничего, что сейчас уже 12 часов ночи, поезда уже не ходят, а все, что можно было, проехало. Блин, плохо видно. Я не знаю, ребята, там вот на скамейке сейчас подошла бабушка. Она села, сидит и что-то ждет. Я не знаю, какие поезда сейчас могут ходить. О. Короче, ребят, сейчас попробую подойти и немножко снять для вас эту бабку. Пойдемте. Типа мы тут ходим. Вот, смотрите, ребята, тут вот расписание есть. И сейчас в 12 ночи точно никакие поезда не ходят. Да. Сейчас мы сделаем вид, что просто с Тимой тут тоже гуляем, что-то делаем. Блин, она как-то нездорово покачивается и смотрит в нашу сторону. Не смотри на нее особо сейчас. А то вдруг она какая-нибудь непонятная. Там не стрёмно. Она что-то качается, сидит. Может, она просто прогуляться? Погоди. Сидеть. Давай, типа, вот. Сейчас попробую снять. Ребята, я очень хочу спать. Но бабушка не хочет. Бабушку не видно. Короче, я не знаю, а может, это такая сербская леди? Как думаешь? Папа, ты заметил кое-что? Что? Нож какой-то. Чего? Какой-то ты нож. Короче, сейчас пойдем отсюда. У этой бабки Тима заметил какой-то странный длинный нож. Что-то по... Погоди, она встала, смотри. Я какой-то... Господи, она куда-то пошла. А она случайно не к нам? Не знаю, что у нее в руке такое. У нее там нож был, я видел. Ребята, ребята, я видел нож. Господи, это не нож. Это нож. Это серп. Это страшнее, чем нож. Она куда-то идет. Не знаю, куда она решила пойти-то. Чего еще надо? Надеюсь, она не в нашу сторону. Давай, бабка, уходи отсюда. Че? Че у нее с лицом? Она какая-то вообще. Что она делает? Ребята, мне уже как-то симпатично, если что. Надеюсь, она сейчас просто свалит отсюда и не будет нам мешать. Мы решили, короче, пройти за этой бабкой. Последите. Посмотреть, что она вообще задумала. Давайте последим. Пока это все очень странно, она вот что-то остановилась. Куда ты идешь-то? Подожди. Она какая-то мутная. Смотри, она медленно как передвигается. Она вообще идет в нашу сторону. Если что, у меня есть перцовый баллончик, пусть попробует только что-нибудь нам сделать. Погоди, она посмотрела только что сюда на нас. Что ей надо? Ребят. Она идет сюда. Тима, пойдем подальше от нее куда-нибудь. Пойдемте оттуда. Она не бежит. Ребята, она сзади с нами идет. Прямо с ножом. Может, она просто вот на эту скамейку хочет перейти. Может, она перепутала остановки. Да, наверное, просто обычная бабушка. Но она. Давайте пока не будем ее трогать. Надеюсь, что и она нас не будет трогать. Где она? Она просто сюда, на скамейке. Погоди, вон она, или сюда. Ч
еще и надо? Не знаю. Вам помочь, бабушка? Она не говорит с ним. Ребята, вы заметили? Вы видите? У нее нож. Что ей надо? У нее нож. Садитесь на скамейку, мы вам специально ее освободили. Нет, она идет прямо. Шли отсюда тогда. Не знаю, какая-то больная. Чего? Говорю же, с ножом. Что? Господи, что? Она так и преследует нас до сих пор. Тихо, подожди, она... Что ей от нас надо? Вон, смотрите, ребят. Она же медленная. Если что, сразу бежим в нашу Пежо. Господи, я видел в руке у нее большой здоровенный серп. А я тебе что говорил? Говорил же. О боже, какая она стрёмная все-таки. Пойдем. О боже, о нет, она, кажется, нас опять заметила. Да, господи! Быстрее, Тима! Мы вроде оторвались от нее. Быстрее. О, тихо. Где она? Вон она ходит. Что будем делать-то? Сейчас она, может, уйдет? Не знаю. Она ищет, походу, нас. Тихо, давай. Она нас не найдет? Я не знаю. Надо сидеть тихо. Тихо, она смотрит сюда. Пригнись. Мне страшно. О, она смотрит в нашу сторону. Уходи, бабка, уходи. Давай, не... О, боже, у нее серп, посмотри. А откуда? О, тихо, Тима. Тима, она идет в нашу сторону. Погоди. Все, прячься, пригнись сейчас. Главное, чтобы она тебя не заметила. Она тут прямо. Рядом. Тихо, главное, не двигайся. Я сейчас ее попробую снять. Она прям совсем рядом с машиной. Тихо. Вон она, вон она идет. Пошла куда-то сзади машины. Она ко мне идет. Она прям тут. Она тут. Сейчас она свалит отсюда. Сейчас к тебе подойдет. Смотри. Мое стекло. Посмотри в свое. Я не хочу туда смотреть. Посмотри. Вот. Она смотрит в твою заднюю. О, боже. Тихо, ребята, не знаю, видите вы или нет. Она смотрит прямо сюда, в наше стекло. Тихо, не двигайся. Погоди, кажется, она уходит. Где она? Она сзади. Ты видишь ее? О боже, у меня брелок сработал. Надеюсь, она не услышала эту. Погоди, она возвращается. Вон она идет. Она уходит. Не знаю, что делать-то. Нельзя просто так ее оставлять на улице. Вдруг она сейчас кого-нибудь поймает. Она кого-то заметила, что ли? Не знаю. Похоже на то. Смотри, она пошла. Видимо, она кого-то заметила. Она на кого-то посмотрела так подозрительно. Но она уходит. Короче, я не знаю, что делать-то будем с ней.
Может, в полицию позвонить? Ты думаешь, они нам поверят? Да они, скорее всего, нас заберут. Но мы не можем просто ее так оставить. Вдруг она на кого-то нападет? Короче, Тима, предлагаю сваливать отсюда, пока она снова нас не пришла, не нашла и еще что-нибудь с нами не сделала. Ты что, надо ее остановить, пока она что-нибудь не натворила. Может, в полицию позвоним? И что мы скажем? Что бабка с серпом ходит ночью? Да они скорее за нами приедут, заберут. Блин, есть одна идея у нас. У меня вот перцовый баллончик есть с собой. Еще есть бита в багажнике. Можем сами попробовать ее как-нибудь остановить. И чтобы она сегодня больше никому ничего не навредила. Короче, бабка все так же сидит на перроне. Видимо, выжидает другую жертву, кого она сможет поймать. Я взял перцовку, а у Тимы вот бита. Сейчас мы попробуем эту бабку как-то обезвредить. Чтобы она больше никого сегодня не обидела. Она смотрит периодически в нашу сторону. И сейчас у нас такой план. Тима, я захожу спереди, а ты проходишь снизу перрона и подкрадываешься сзади. Пойдем, попробуем сейчас. Я попробую сперва перцовкой ее как-то вывести из строя. Если у меня не получится, тогда сразу вырубай бабку, как только я крикну. Понял? Вон она сидит. Знаешь что, погоди, не подходи так близко. Она нас пока не видит. Ты пройдись вот здесь. Хорошо. Вот здесь, чтобы она тебя не видела. Я понял. Все, иди. Стойте, вон она смотрит. Сейчас попробуем ее залить перцовкой, если она опять начнет на нас нападать. Бабушка! С вами точно все хорошо? Может, вам вызвать скорую? Зачем ты встаешь? Сиди ты дальше. Не подходи ко мне. Зачем вам вообще серп этот понадобился? Бабушка! Может, вас в психушку отправить? Нет? Подлечитесь там. Что-то с вами не так. Не подходи. Я сейчас применю перцовку. На! Кажется, ей вообще пофиг. Тима! Тима, помогай, выручай быстрей! Нормально ты ее втащил. Возьми биту, что ты ее бросил, если она сейчас встанет. Эй! Эй! Вроде все ок. Жива, дышит еще. Забери у нее серп. Вот это орудие мы заберем. Вот, ребята, этот серп, который был у бабки. На, Тима, держи этот серп. Бита у тебя. Короче, надо эту бабку сейчас оттащить и посадить на скамейку. Понял? Все, погнали. В общем, ребята, мы с Тимой дотащили эту бабку, посадили ее на скамейку. Она дышит, с ней все в порядке. Мы ее вырубили. Сегодня она точно никому не причинит вреда. К тому же серп мы ее отняли и выкинули куда-то вот туда, в кусты, чтобы она его не нашла. Сейчас с Тимой поедем домой и попробуем залить видео в одну из групп наших городских. И, может быть, тогда ей заинтересуется полиция, хотя бы проверят ее. Короче, все, Тима, погнали отсюда. То мало ли она сейчас еще встанет. Погнали. Тима, иди сюда, быстрее, здесь новости начинаются.
Здравствуйте, это дежурная часть, и с вами Татьяна Петрова. Общественный резонанс вызвала видеозапись, снятая очевидцами поздно ночью на одном из перронов города. На ней женщина лет 65 с серпом в руке сперва пытается накинуться на прохожих, а потом начинает их преследовать. Полиция проводит проверку по факту данного инцидента. Напомню, ранее в этом районе города бесследно пропал человек. Полицейские нашли на месте пропажи телефон со странным видео танцующей женщины. Другим новостям. Папа, смотри, у нас получилось. Теперь полицейские ей займутся. Надеюсь, так и будет. Алло? Да, здравствуйте. Да, это я. Все верно. Что значит нет состава преступления? Ну как, подождите. Ну она же накидывалась на нас. Может, можно еще что-то сделать? Ну а это же бабка опасная. Нельзя так просто оставлять. Алло? Ну что, папа, полиция не помогла? Да, как всегда. А впрочем, ничего нового. И что теперь будем делать? Да ничего, мы тут бессильны. К тому же мы ее все-таки обезоружили, выкинули ее серп. Ну и битой ты ей хорошо приложил. Я бы на ее месте после такого вообще из дома не высовывался. Даже днем, не то что ночью. На следующий день в том районе, где мы встретили бабку с серпом, снова пропал человек. Мы с Тимой сразу же выехали туда. Короче, ребята, мы пришли на этот перрон теперь уже днем. И сейчас хотим с Тимой поискать какие-то следы и выяснить зацепки. Была ли это реально сербская бабка? Или человек пропал по какой-то другой причине? Пойдем, Тима, начнем вот с того перрона. Окей, давайте. Поищем какие-нибудь улики. Не знаю, какие-то зацепки. Так, короче, вот этот перрон, где она на нас накинулась в тот раз. Сейчас поищем здесь что-нибудь. Вот скамейка, где Тима сидел. Пока вроде ничего такого мы не видим. Ага. Никаких улик, никаких зацепок. Не знаю, кстати, можно еще попробовать поискать серп, который мы выкинули в прошлый раз. Так, идем до конца перрона. Тут что-то есть, какая-то деталь. Я не знаю, что это. Нет, это просто разбитая бутылка. Вряд ли это рук дело сербской бабки. А здесь у нас ничего нет. Короче, Тима, пойдем еще поищем сейчас серп, который мы выкинули в траву. В общем, мы этот серп выкинули вот сюда, в эту траву. Издалека я его вообще не вижу. Давайте спустимся вниз, попробуем поискать. Но что-то мне это вообще не нравится. Он должен был быть где-то здесь, но здесь ничего нет. И это одна из возможных улик, которая, видимо, и показывает, что сербская бабка нашла серп, который мы сюда выкинули, и вернула его себе. Я нашел улику. Какую? Пойдем покажу. Короче, ребята, это очень плохо. Серпа здесь нет. Видимо, бабка его нашла и забрала с собой. Это уже первый признак того, что на человека напала как раз она. Пойдемте посмотрим с другой стороны. Смотрите, ребята, я нашел какую улику. Господи, ребята, это же кость. О, боже мой. Кость, я не знаю, человеческая или какого-то животного, но это вообще не к добру. Короче, Тима, пойдем на тот перрон и посмотрим какие-нибудь зацепки там. Смотри. Короче, мы с Тимой решили пойти на соседний перрон, с которого бабка первый раз и пришла к нам, и посмотреть здесь, есть ли тут какие-то улики или что-то, ага, что еще раз нам докажет, что это была реально бабка. Помните, тут сидела сербская леди бабка? Да, первый раз мы ее встретили вот на этой скамейке. Когда было еще темно, она сидела вот тут. Сидела она здесь. Так, давай внимательно смотреть
Что у нас здесь есть? О, пап. Тут есть вот остановка. Так, стоп, а это что? Какая-то забытая коробка кем-то. Коробка с разборной елкой на Новый год. Причем очень старый. Со времен СССР, наверное, еще. Папа, а что это такое? О, ребята, посмотрите на это. Кажется, это вторая уже зацепка. Вторая улика. Реально, походу, человека похитили здесь. Это башмак. Чей-то ботинок лежит. Пап? Ну чё? О, боже. Что это? Это человеческий палец? Чего? Господи, я думал, это просто кровь. Там реально что-то лежит, ребята. Я не буду это трогать. О! Фу. Короче, что делать теперь? Это человеческий палец? Я не знаю, что делать. Фу. Я не буду это еще раз вам показывать. Очень страшно. О, боже мой. Погоди, тут какие-то следы есть. Какие? О, да. Ты это видишь? Кровь. Это кровь. Следы куда-то ведут по этой белой полосе. Ага. Пойдем внимательно, только, блин, я не знаю, что нам с этим делать. Полиция нам не верит. Еще я не знаю, что нам делать с этим. Ребята, подскажите, напишите в комментариях, как нам поступить, если полиция нам не верит. Кстати, кровь еще на остановке была. Погоди. Ничего, тут остановка первого вагона. Ну что тут у нас? Там вот кого-то тащили по земле явно. Посмотрите, такой след. Как будто кого-то тащили вот туда, вдаль. Короче, ребята, мы нашли три улики. Самое из них страшное — это то, что вот эта кровь и что-то похожее на палец. А может быть, это даже настоящий палец. Мы это проверять не будем. Есть еще кость. Что? Кость, помните? Либо это человеческая. Ну там мы точно не знали, а здесь прям реально, посмотрите, ребята. И тут палец, короче, настоящий. Я не знаю, фу. Я не буду вам показывать его полностью. Вот в таком виде покажу. Но мы, пожалуй, отсюда с Тимой сваливаем. Угу. Хватит с нас на сегодня. Надо что-то придумать, что мы будем сделать с этим делать. Смотрите. Как я вижу эту ситуацию? Здесь кто-то пришел вечером поздно. Не ночью, а именно вечером. Вот с этой коробкой хотел, наверное, дождаться поезда. Но бабка, видимо, стала хитрее. Она теперь пришла не ночью, а именно вечером. И кого-то снова утащила. Короче, ребята, нам с Тимой пора отправляться домой, думать над всей этой информацией, которую мы сегодня здесь получили. И что нам делать дальше. Блин, конечно, это очень все печально. Ладно, погнали домой. Короче, ребята, мы вернулись на эту станцию, где нашли в прошлый раз наши улики. И решили с Тимой проследовать по тем следам, которые уходили вдаль. И выяснить, где же находится эта сербская бабка. Бабка — это псих, маньячка просто с серпом. Сейчас мы пойдем по следам. И надеюсь, мы выясним, что и куда она таскает людей. Кстати, ребят, вот буквально 2 часа прошло с того момента, как мы нашли здесь улики. И посмотрите, тут был башмак, его уже нет. На скамейке лежала коробка с елкой, ее тоже нету. Кстати. И самое, это вот тут лежала у нас палец, как мы думаем с Тимой, его тоже нету уже. Получается, эта бабка пришла недавно, все эти улики забрала, и теперь мы в полицию точно не сможем ничего доказать. Кстати, а кровь-то еще осталась? Остались только следы крови небольшие. Или это может быть не кровь, я не знаю, честно. Не будем говорить об этом. В общем, пойдемте, ребята, вот эти следы от бабки, они шли куда-то вот сюда. Соответственно, если мы по ним пойдем, мы сможем выяснить, где же живет эта бабка.
В общем, еще сегодня такой ветер сильный, поэтому со звуком будет беда. Заранее извиняемся за это, но мы ничего поделать не можем. Сейчас мы вот идем по этим рельсам, которые ведут вдоль этих следов. И будем смотреть, искать какие-то новые очередные улики. Сможем ли мы тут что-то найти новое, пока идем. В общем, давайте все вместе будем смотреть. Так, Тима, ищи что-нибудь, что нам может... Я ничего пока не нашел. Погоди, вот это что? Какая-то тряпка непонятная. Или пакет. Но это вроде ничего такого нам не поможет узнать еще какую-то новую информацию о бабке. Смотри внимательно по сторонам, по всем. Райончик тут такой себе, конечно, стрёмный. Везде какие-то заводы, грязь, покрышки. Блин, в общем, ребята, вам там хорошо сидеть на мягкой кроватке, мягком диванчике и смотреть по телефончику наше с Тимой расследование. А нам тут, да, очень весело. Так, пока я ничего не вижу. Но следы, вот, куча следов. Ребят, смотрите. Это следы. Просто следы. Они вот идут вдоль этих рельс вот куда-то туда, куда идем сейчас и мы. В общем, мы с Тимой шли по рельсам и нашли вот что в заборе. Какая-то дыра. Что если бабка здесь сворачивает с этих рельс и уходит вот в ту дыру? Кажется, поезд едет. В общем, ребята, я пока не знаю. Вот первая зацепка. Возможный путь бабки. Возможно, находит туда в ночи. Но здесь есть одно но. Вот это болото. Хотя вряд ли она через воду может перепрыгнуть, еще и таща за собой кого-то. Это достаточно сложно. Погоди, вот там что-то есть? Или это что? Так. Да, это пакет. Я думал, это черная куртка какая-то. Ну нет, ребят, в общем, идем дальше. Мы шли по этим рельсам, на которые свернули, и нашли какую-то тропу, уходящую в бок. Прям специально. Посмотрите, из поддонов кто-то специально здесь построил. Я не знаю, куда она нас приведет. Посмотрите на это. Но теперь мы пойдем с Тимой вот по этой дорожке. Что-то белое. Фу, какой-то запах. О, что в душе? Не знаю. Погоди, это какой-то заброшенный дом как будто. А, ну да. А что, если она живет там? Нет? Ну там по-любому закрыто. Ну, в общем, ребята, я не знаю. Пока что вот все это как-то так сумеречно выглядит, непонятно. Тут тупик. Как это тупик? Просто закончилась дорога. Но мы можем обратно свернуть по рельсам, пойти. Давай тут помните. Не знаю, пока что я вижу один только мусор и никаких улик. Как думаешь, могла она дальше пойти туда? Или она куда-нибудь свернула в другое место уже? Блин, жесть какая-то. Там какие-то коты дерутся. Там что-то происходит. Чем-то пахнет. Ну, я бы не сказал, что это чем-то воняет. Вообще, это больше похоже на запах пирогов. Где трава шатается? Вон, вон, как-то... Вон те травы. Так это ветер, наверное. Нет, ветер маленький. Посмотри на остальные, посмотри вон те. Там, короче, они резко шатались. Не, пахнет прикольно, ребят. Пирогами какими-то. Ну да. Может отсюда? Прям как у бабушки. Погоди, а сербская бабка не может печь пироги? Не знаю. Ну это же монстр. Может быть и так. Ладно, ребят, походу мы пришли место, где ничего нет. Хотя стоп, погодите, что там на заборе такое болтается? Это куртка? Не знаю, вот надо подойти посмотреть. В общем, ребята, это оказалось никакая не куртка, опять
мусор, пакет в данном случае, и рядом еще мусор, бампер. И везде мусор, еще бампер от машины там где-то лежит, да, вон он. Походу, ребята, мы пошли не по тому направлению. Какой ботинок? Это не ботинок? Тима говорит, что там какой-то ботинок, но я ничего не вижу. Нет, Тима, это все по-прежнему всякий мусор, целлофановые пакеты. С той стороны у нас какой-то завод, закрытый забором. Вряд ли бабка ходит в ту сторону. В общем, возвращаемся на другие рельсы. Посмотрим что-нибудь там. В общем, ребята, мы вернулись в то место, где рельсы расходились по сторонам. Где мы нашли вот эту вот дорожку, по ней пошли. А вот тут есть еще одна дорожка, поэтому сейчас мы пойдем по ней. И посмотрим, что у нас в той стороне находится. Смотрите, это кость. Да, ребят, опять нам попалась какая-то кость. Это уже что-то. Возможно, мы на верном пути. Поэтому идем дальше. Не знаю, чья это кость. Но давайте смотреть теперь очень внимательно. Так, стопы, смотри. Ты видишь ботинок? Это? О боже, ребят, походу это второй ботинок. Посмотрите, он уже зарос травой. Блин, походу вот теперь мы идем по верному пути. Не зря я сказал, давай сюда пойдем. Блин, что-то как-то стрёмненько. Хорошо, что сейчас не ночь. Ладно, идем дальше. Ребята, когда мы шли с папой назад, я кое-что заметил. Это та коробка с елочками. Все верно. Это именно та коробка, которая была на той остановке. Это еще одна зацепка. Бабка хотела скрыть свои улики, но у нее это очень плохо получилось. Поэтому продолжаем идти дальше. Короче, ребята, здесь мы нашли какой-то оранжевый ручей. Не знаю, что с ним. Может, здесь какая-то химически пропитанная земля. Может быть, эта бабка сошла с ума из-за того, что жила в каком-то химическом районе. Не знаю. Это все добавляет нам вопросов, на которые нет ответа. И что мы здесь видим? У нас, в общем, рельсы идут прямо, но там уже начинается город. Вот там проезжают машины. А есть вариант, рельсы загибаются вот в ту сторону. И там выглядит все очень довольно стрёмно. Посмотрите, заброшенная железная дорога. Как-то стрёмно туда идти. Ну что поделать, нам надо выяснить. Пойдем. Куда же сербская бабка? Стоп, стоп, я еще кое-что заметил. Посмотрите, ребята. Что? Еще один башмак. Подошву, вот. Да. О, божечки. Нехорошо. В общем, посмотрите, ребята, поближе. Это реально опять чей-то кроссовок. И он как раз с той стороны, на тех рельсах. Значит, мы идем по правильному пути. Мы идем очень по правильному пути. Как бы нам бежать оттуда не пришлось. Сначала мы нашли кость. Сейчас перепрыгнем это дело. Потом убитую птицу, а потом химическое озеро, а потом башмак! Короче, ребят, вот этот путь ведет он куда-то в кусты, и сейчас мы туда пойдем. В общем, ребята, мы свернули с тех рельс, прошли через кусты, но сейчас мы с Тимой идем сюда. Но я там вдалеке вижу уже какие-то дома. Возможно, в одном из этих домов и живет наша бабка. Тима, сильно не шуми. Надо подкрасться к ней незаметно. И посмотреть, что у нее в доме. Может, там мы найдем какие-то доказательства. О, папа, какой-то первый дом идет. Пошли туда, к нему. Только будь аккуратней. Она, возможно, где-то здесь находится. Мы точно не знаем. Здесь, я не знаю, где-то около 10 таких заброшенных домов. Вот через эти кусты мы прошли. Сейчас мы пойдем в этот дом. Пойдем аккуратно. Смотри по сторонам. Посмотри, здесь сколько вещей. Угу.
А что если эту деревню вообще бабка всю и уничтожила? Всех жителей. Может такое быть? Не знаю. Ну посмотрите, ребята. О, вон там проход. Думаешь, проход. Стоит заходить в эти разрушенные дома? Да. Хотя, с другой стороны, нам надо найти какие-то вещи, улики, предметы, которые подскажут нам, что именно в этом доме. Улика! Что там у тебя? Ботинки! Да, одежды здесь будет очень много. Это ж сколько людей тогда за все годы она утащила, посмотри. Нет, здесь прям... Не, давай-ка мы туда не пойдем, потому что здесь дом полностью разрушен. Там весь пол провалился. Ага, еще крыша на нас тоже может упасть. Пойдем в следующий дом. Может быть, там мы сможем что-то найти. Хорошо. Здесь я лично ничего не вижу. Выходим отсюда. Смотрите, ребята. Еще один заброшенный дом. Здесь как-то выглядит прям совсем жилым. Не знаю, может, она как-то раньше жила здесь. Посмотрите, тут шкафы, какая-то мебель, одежда. Папа, там еще какой-то. Папа? Что? Господи, что это, ребята? Боже, что это? Это что? Это человек или нет? Не знаю, он не шевелится. Вдруг он что мёртв? Это за фигня? Погоди, стой тут, я пойду посмотрю. Это страшно. Что это такое? Посмотрите, ребята. Господи, что это? Не, это не человек, это какая-то, я не знаю. Кукла? Кукла, что ли? Пугало. Это пугало. Чья больная фантазия сделала это? Для чего? О, посмотрите, ребята. Я не знаю, что это. Вот, посмотрите. Может, это сербская бабка? Когда она тут проходила, она хотела всех убивать. Кто для чего сделал эту куклу? Я даже не знаю. Блин, ну это выглядит очень, конечно, стрёмно. Что еще у нас тут есть, да? Посмотрим. Так. Здесь у нас все завалило. Какими-то деревьями, мусором. Господи, фу. Жесть-то какая. Что с этим делали, я даже боюсь представить. Гадость. Да, пойдем вон. В следующий дом. Погоди, надо в этом посмотреть, можно ли сюда пробраться. Можешь? Ну, в общем, тут какие-то диваны. Посмотрите сами. Гвозди. Торчат. Да, тут везде гвозди. В общем, о, папа. Туда что-то не очень папа, хорошо проходится. Я вижу еще какие-то дома, пойдем туда. Короче, ребят, вот мы пробираемся к следующему дому. Это... Снова здесь какие-то кусты, дебри, заросли. Ай! Тима там на что-то наткнулся. Вот еще один дом. Посмотрим, что в нем. Тима открыл дверь и уже заходит в дом. Вот это дом. Иди сюда. Смотри, тут какие-то ящики, шкафы, двери. Какой-то мусор тут один сплошной. Не ходи далеко, посмотри, крыша как висит. Ого. А может на тебя сейчас в любой момент упасть. Смотрите, ребята, здесь опять какой-то мусор. Полный кавардак, вряд ли здесь живет бабка. Потому что здесь как-то, ну так себе, сомнительно. Еще ну-ка, может... выйди отсюда. Дай я посмотрю поближе, что тут есть. А ты туда не ходи, потому что это все может рухнуть. И кто тогда побежит за помощью?
ты побежишь. Посмотрите, ребята, тут уже зубная паста. Потолок так просто просел. Тут зубная паста какая. Зубная паста, вряд ли бабка пользуется зубной щеткой и чистит зубы каждый день. И, наверное, это не надо. Но тут одежды очень много. И воды. Крыша прям провисает уже чуть ли не до пола. Уходим отсюда. Короче, ребята, мы пошли к следующему дому. Давай, Тима, проходи вот там. Окей. Смотрите, какой-то заброшенный. Нет, тут какая-то заброшенная водонапорная башня, что ли, или не знаю. Пап. Что? А это что? Что, где? Вот. О, господи, фу. Тим, ты что, не знаешь, что это? Это, похоже, остатки челюсти от черепа. Посмотри, вон зубы. О, знаешь, что это значит? Что, кажется, мы уже... Пути. Все верно, именно так. Фу, блин, жесть. Посмотри. Надо это заснять. Так у нас будут доказательства. Ладно, что там дальше? Господи, тихо, Тима, прячься! Это сербская бабка. Ты что, вообще не видишь, что ли? Ребята, вон она, мы нашли ее дом. Господи, что она там делает? О, Тима, тихо. О боже, тихо. Главное, чтобы она... Господи, тихо, прячься. Тима. Что она там делает? Не знаю, она что-то... Господи, что? О боже мой. Чтобы она не пошла в нашу сторону. Где она? Я ее не вижу за деревом. Тихо. Знаешь что, мне кажется, нам надо отходить назад сейчас. Посмотри, там рядом одежда. Красная куртка чья-то. Тихо, где она? Она стала прямо за деревом. А что, если она нас учуяла? Вдруг у нее вообще там... О, вон она, вон. Сюда? Не знаю, она что там стоит, трется. Идет сюда. Идет сюда. Черт. Боже. Тихо, отходим назад сейчас. Тихо только. Смотрите. Отходи назад, быстрее. Где она? Зачем? Чем ты отвлекать хочешь? Спрячься. Она сейчас уйдет. Нам надо проникнуть в ее дом. И посмотреть, что там. Ага. Нам нужно больше улик. И выяснить вообще, где она живет, где находится. А еще нам надо доказать полицейским это все. Поэтому для этого надо и найти дом. Где она? Куда она пошла? Она пошла вон туда. Вон она, вон она. Посмотри, что она там делает. Стекло наступило. Куда-то уходит. Погоди. Главное, чтобы она потом не пошла обратно куда-нибудь. Вдруг она что-нибудь забыла там или еще что-нибудь. Когда она прям на нас придет. Ух, ну только она уходит. А еще какой-то чемодан она взяла. Там за деревьями уходит куда-то. Пойдем посмотрим, черт, что здесь было. Угу. О! Идешь? Да. Тихо, аккуратно иди. Она тут что-то делала. Куда она ушла-то? Смотри, ботинок человеческий. Вот здесь что-то делала, но она, походу, все улики свои собрала. Мы бы засняли это все полицейским.
Вот здесь вот лежала рука, то есть куртка. Короче, давай за ней быстрее, бегом. Тихо. Что она там делает? Не знаю. Опять ковыряется со своим чемоданом. Что это за чемодан такой? Отойди. Надо вот за это дерево встать. Надо к нему пройти. Давай быстрее. Тихо, сюда. Она уходит. Погоди, а где ее чемодан? Она уходит без чемодана. Ты видишь что-нибудь? Я вон. Не знаю, но где-то там оставили. Пошли глянем. Она куда-то пошла в ту сторону. Куда она делась? Вот ее чемодан. Где она пошла, походу, вот в тот дом. Все, ребят, мы знаем, где она теперь живет. Посмотрите, жилой дом. По-любому бабка находится там. Пап. Надо, главное, засечь координаты. Смотрите, чемодан. Это что? Не знаю, что у нее в чемодане может быть. Это что? Не Ой. Трогай. Там есть какая-нибудь палочка, может? Там какая-то... Погоди, давай найдем палку. Там что-то твердое. Там что-то... Там явно ничего хорошего не будет. Нам нужна палка. Короче, ребят, мы нашли палку. И сейчас посмотрим, что же в этой бабке в чемодане. Что? Это что такое? Фу. Ну что, череп? Похоже на то. А это что еще? Это то, что мы видели там, на остановке. Походу, она собирает пальцы. Посмотри. Ага. О, боже. Короче, ну нафиг. Давай-ка это все убираем обратно. Короче, Тима, забираем вот этот пакет. Теперь полиция нам точно поверит. И все, короче, дом мы знаем. Походу, она идет со своим чемоданом. Тихо. Давай уходить отсюда. Тихо, тихо, уходим. Она слепая? Я не знаю. Просто идем, пока она там в кустах пробирается. Давай, давай, Тима, быстрее. Она сейчас вернется к своему чемоданчику. Погоди, сейчас посмотрим. Что она там? Где она? Она где-то там. Ты ее видишь? Вон она пробирается. Я ее вижу. Она идет к своему чемоданчику. Что она там делает? Че ты шуршишь-то? Может, тихо? Ты видишь, что сделала? Она увидит сейчас нас. Кажется, она поняла, что мы там все забрали. Тихо. Надеюсь, она уйдет обратно в свою сторону. Фу, короче, Тима, мы вроде свалили от нее. Она нас так и не заметила. Держи пакет. Фу, осталось добраться до машины. Через железную дорогу, да. Тихо. Ты что, не слышал? Это что? Это что? Это бабка! Бежим быстрее!
Неожиданное продолжение истории про женщину с серпом, которая набрасывалась на очевидцев, повергло город в шок. Два дня назад, благодаря неопровержимым доказательствам в виде видеозаписи, ее задержали сотрудники полиции в заброшенной деревне недалеко от железной дороги, где, как оказалось, она и проживала. Остальные жители покинули эту деревню еще несколько лет назад из-за химического завода, который отравлял местную речку и землю. Как выяснилось, сотрудники данного завода на постоянной основе производили незаконный сброс отравленной воды. Трое из них были объявлены в розыск как пропавшие без вести. Все трое пропавших мужчин являются совладельцами химзавода. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Еще одна загадка, которую пока так и не удалось разгадать, это то, что служба опеки сообщила, что данная женщина проживала не одна, а с внучкой 5 лет. Где находится сейчас внучка, сотрудники полиции пытаются выяснить. Мы будем следить за продолжением этой истории, а пока к другим новостям. Вот и все, бабку посадили в тюрьму. Теперь она точно не причинит никому вреда. Знаешь, я тут подумал, и мне кажется, бабка не главный преступник. Что? В смысле? По новостям сказали, что химический завод сбрасывал грязную воду. Помнишь, мы с тобой ее нашли? Короче, ребята, здесь мы нашли какой-то оранжевый ручей. Не знаю, что с ним. Может, здесь какая-то химически пропитанная земля. Может быть, эта бабка сошла с ума из-за того, что жила в каком-то химическом районе. Не знаю, это все добавляет нам вопросов, на которые нет ответа. Все жители, кроме бабки, уехали из той деревни, а она осталась одна. Вернее, как одна, по новостям сказали, что она жила со своей внучкой. Но из-за того, что они жили в загрязненной местности, пили отравленную воду. И в скором времени эта девочка, возможно, умерла. С чего ты так решил? Череп, который мы нашли в чемодане, по размерам как раз детский. И в чемодане. Что? Это что такое? Фу. Ничего, череп? Похоже на то. Возможно, это череп ее внучки. Поэтому она так сильно разозлилась, когда мы его украли. Кажется, она поняла, что мы там все забрали. Тихо. Надеюсь, она уйдет обратно в свою сторону. А как тогда выжила бабка? Ну, наверное, потому что она взрослая. Плюс все-таки мутировала. Помнишь ее глаза? А я тебе что говорил? Говорил же! О боже, какая она стрёмная все-таки. А еще на нее не подействовал перцовый баллончик. Не подходи! Я сейчас применю перцовку. На! Кажется, ей вообще пофиг. Тима! Тима, помогай, выручай быстрей! А чьи это пальцы тогда были в чемодане? А вот тут и разгадка. Бабка так сильно любила свою внучку, что сошла с ума и решила отомстить за нее. Получается, это были пальцы работников химического завода? Получается, что так. Я думаю, что в скором времени полиция с этим разберется. Почему тогда бабка напала на нас? Мы же не работники этого завода. Скорее всего, она просто хотела спугнуть нас, чтобы мы не мешали ей совершать преступления. Вот такая вот грустная история получилась.